Через неделю в Ульяновской области стартует традиционный кинофестиваль «От всей души». В этом году он 10-й, юбилейный. Своеобразный итог работы фестиваля за 9 предыдущих лет на встрече с журналистами подвела заместитель министра искусства и культурной политики региона Евгения Сидорова. За 9 предыдущих фестивалей состоялось в общей сложности 653 мероприятия в рамках кинофестиваля. Ульяновскую землю посетило 416 российских и зарубежных гостей, среди них гости из 15 зарубежных стран. Состоялась 131 выездная творческая встреча в муниципальных образованиях Ульяновской области. В этом году количество выездов в муниципальные образования региона увеличится. Встретиться с известными кинодеятелями смогут жители даже отдаленных уголков области. В некоторые районы агитпоезд кинофестиваля приедет дважды. Юбилейный кинофестиваль соберет по-настоящему звездный состав гостей. Хедлайнерами станут Чулпан Хаматова и Дмитрий Назаров. Церемонию открытия проведут Владимир Вдовиченков и Елена Лядова. А через несколько дней творческий вечер проведут кинодинастия Смеховых. В этом году сменился и почетный президент Международного кинофестиваля «От всей души». Им стал режиссер Владимир Хотиненко. Диктор центрального телевидения Гостелерадио Евгений Кочергин выступит на вечере памяти народной артистки Валентины Михайловны Леонтьевой, чье имя носит кинофестиваль. 1 августа исполнится 95 лет со дня ее рождения. Если говорить о мероприятиях, о центральных мероприятиях кинофестиваля, конечно, центральными мероприятиями кинофестиваля всегда является церемония открытия, церемония закрытия, которые пройдут в Ленинском мемориале в этом году. В этом году церемония открытия как никогда состоится у нас в субботний день, и именно поэтому мы ее начинаем раньше. Она начнется, проход по звездной дорожке начнется в 17:00, и все будут иметь возможность, там тоже дополнительно много гостей, много всяких сюрпризов, и все зрители будут иметь возможность это увидеть. Кульминацией фестиваля станет вручение наград победителям конкурсной программы по номинациям. Практически на все мероприятия, а их более 80 вход свободный, кроме церемоний открытия, закрытия и вечера кинодинастии Смеховых. Ирина Антонова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.